22 тут из 39. Это что за прикол? У нас вообще-то в офлайне Илья. Просьба к нашим, стойте, не двигайтесь, я посчитаю нормально сколько. Гасан в офлайне. Я в гур. Так, раз, шумит, нет? Нормально. Да, есть шум. Ну, не сильно, надеюсь. Нормально. Нормально пойдет. Ну, все хорошо. Так, еще раз по специальному. Кошак, есть, состава. Кстати, Нанорома, может, его возьмешь вместо Ильи? Илья появился. Нанорома здесь с нами? Да. В голосе? Да. Тогда всё, добро, значит, вместо Илья, Ильюхи в пачку, да. Так, сейчас сразу со старта. Команда сразу со старта, стоп. Дим. Разбегается, ищет базы. Да, третий состав сейчас бежит, ищет базу всей толпой. На хвачку из вас никто не идет. Идет полностью второй состав на хвачку. Куда толпой? А если нас начнут просаживать, как в Трасхаусе было? Весь состав я не отпущу на поиски. Ну, оставь... Пусть сначала спецназ пробежит. Оставь Диму, пусть он это рулит своим составом. Ты рули своей пачкой, как бы. Да, давай, короче, спецназ пойдет, а все остальные останутся. Как только находим базу врага, идем туда. А пока, да, пока стоим около своей. Закрываем проход вот этот. У нас здесь к нашей базе подход только с одной стороны, поэтому мы стоим и кроем проход, чтобы там никто не прошел. На оставь одну пачку у себя около базы и все, там замес, потому что на хваче будет весь. Пушкари, сразу хватаем пушки, я призову. Так, моя пачка, стоп, Дарк. Вызывай ты, потому что у меня маленькие иконки, это раз. Во-вторых, я моя пачка сейчас идет наверх, направо. Остальные идут налево к хваче и дерутся. Забирают кристалл приоритетом. Юлия, Арлекин тут? Кто-то я. Все, хорошо, будь готов. Если что, на базе оставайся. Если что, сразу на слона прыгнуть. Короче, Террасель, Опс и Доузер, хватайте пушку. Минутная готовность. Обратно слона сразу прыгаешь. Поедем так. Принят. Пушки хватайте. Слона с задержкой, Дарк. За реликвию становитесь рассредоточенно. Чтобы я вас вместе не херанули. Никита, Дарк, я на слона прыгаю. Слона с реликвией, с задержкой дай. Слона куда везти? За нами ведёшь. Пока никуда. Слона давай с задержкой, потому что в пушках он завязнет. Хорошо. Так, пушки третий состав, так как самая отдаленная база, вызывает чуть позже тоже задержку. 10 секунд. Мне как слоноводу бежать вместе со всеми или дождаться слона? Стой на базе. Жди слона. Удачи нам, ребята. На смерть! Три пушки вызвал, взяли. Все, стоим здесь. Только спецназ вперед. Они красные? Да. Контроль, да. Пожалуйста, закидываем. База красных найдена, она между нашими. Вызываю три пушки. Вижу. Сейчас, забери, спустим. Забрать кристалл, приоритетом, кристалл. Кристалл ломать. Третий состав, вызовите три пушки. Кто умер, на базе встаем, регрупп на базе. Красные на нашей базе, третий состав. Бежим на их базу. Слон тоже у нас. Все пошли, бегом, короче, бегом. На базу врага. Бегом давим. Давим в спину, заходим, давим. Пушки с базы не достают. Чей кристалл был? Их кристалл, наверное. Сука. Деремся. Все бегите ломать базу врага. Третий состав ресается и сразу защищает базу. Чистите людей под реликвии. Внутри. Люди зашли. Бежим. Заходим сверху. Бежим. Второй состав заходит сверху их базы. Сверху по карте. Сверху заходим. Не по низу. Дал метку. Бежим. Вот здесь отметки играем. По отметке все двигаемся. Вижу кого-то зеленого около базы. Сайд. Ломаем крайнюю баррикаду. Может, нам слона вызвать? Вызывайте. Ты успеешь сесть?
Ну, проехать, да. Слон вызван. Пушки работаем, пушки работаем по базе. Крайняя правая баррикада. Ломаем крайнюю правую баррикаду. Кайтите, кайтите, старайтесь не умереть. Отпрыжки, кувырки, блинки, завязать в бою их. Крайняя правая баррикада, ломаем все. Слон идет. Зачистите внутри базы третий состав. Да пытаемся, Дим. Пытаемся, блин, сложно вообще-то. Все, все, сложно, понятно. Пытаетесь, хорошо, молодцы. Работаем. Моя пачка от базы, моя пачка от базы наверх забежали. Вот внизу, который не на скале стоит, ее ломаем. Эту баррикаду. Моя пачка от базы сверху, вот где пометки. Даю метку, моя пачка сюда. Кто умер, игрок на базе, и сразу за мной. Идем на базу врага. Юля, сядь на слона. Там пушки. По верху проходим. На бой не отвлекаемся, проходим. Помогаем слону ломать баррикаду. Вгрызаемся в нее. Кошак, рули, я умер. Да я тоже умер. Деремся, деремся, бьем, бьем. Да, ребят, бьем баррикаду, бьем баррикаду. Как лемминги, прием как лемминги. Третий состав по возможности с другой стороны давите. Слон. Мы свою базу дефаем пока еще. Дефайте, дефайте, давайте. Бонуса снимите. Третий состав, бонус внутри, сатурейшн. Вижу. Какой бонус? Это никнейм врага. Пушки, как это? Как работа? Пушки попадаете? Вышли из базы, стреляем, попадаем. Хорошо. Пробегать будет, если что, защищайте. Пушку. Слон идет в ту же баррикаду, которую ломали. Давим ее, ломаем. Добиваем, добиваем, да, ее. Третий состав, по возможности выйдите из-за баррикад. Умерли, встали. Умерли, встали и бежим снова. Ломаем баррикаду. Как лемминги давим их. Моя пачка, нахвачу, быстро. Быстро нахвачу, моя пачка. Мы разломали забор. Стоим, не даем проходить никому. Контроль. Быстро, 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 быстро. Ломаю. Моя пачка. Спецназ на слона, переагритесь. Ломаем баррикаду, все ломаем баррикаду, помогаем слону. Так, я сел, хвачу пока что. Работайте. Дарк, пока ты рули. Да-да, все бежим, ломаем баррикаду. Слон, чё, как дела? Пол хп и ради снесено 25%. Хорошо. Прикройте, перекройте на хваче. Там псина ебаная. Что у третьего состава по реликвии? Я просто резался. 49. Это защитная. А. 87. Не даем подходить к реликвии. Заход. Моя пачка работает. Ломаем баррикаду, помогаем слону ломать баррикаду. Весь второй состав работает по баррикаде. Только моя пачка работает на хваче. Мефу садись, хвачу. Дефаем Мефу. Мефу хвачу. Дислик ушел на хвачу. Все, все, посадили Мефу. Она уступит, если что. Дефаем Мефу. Дефаем хвачу. Я не стреляла, не умею. Дислик, иди на хвачу. Быстро ушел. Подойдешь, скажешь. Дефаем пушки. Не даем им ломать. Убили всех, кто у пушек. Кошак, уйди. Слон у вас умер. Слон умер, баррикад. Слез. Слона вызвал, садись, Кондрат. Умирай, садись. Вырубите нахрен стрим. Умер, сейчас сажусь. Слон умер. Следующий. Не даем пройти пушек, вяжем боем. Пса убить, убить пса. Отлично, молодцы. Сова молодец. Все, не надо это. Лишняя информация. Юль, на пушку садись. Работаем, работаем так же. Ой, на слона точнее. Слона убить. Переагрести слона, пожалуйста.
Нанорома, иди совсем пока что отрядом. Иди совсем вторым нашим этим составом. Пушка, защита. Остальная моя пачка пока здесь. Слон ломает баррикаду. Вислик ведет огонь по баррикаде и реликве. Второй состав, защитите пушки свои. У вас пушки бьют. Пушки защищаем. Я не вижу ничего. Так. Чё по пушкам? Что по таймингу? Баррикаде осталось 25%. Семь... Не даем ломать пушки, убиваем врага. 3 минуты до бафа. Стесняем их. Третий состав резаем, защищаем людей около реликвии. Не даем самым главным реликвии дойти. Бьем, слона убиваем. Блядь, подойди, если у слона заглючил плеер. Чего у слона заглючил? Плеер заглючил. Дефаем пушки наши, дефаем. Дарк, что с забором? Кондрат, давай я на слона сяду. Я дефаю пушки, мне пока не до забора. Прыгай, Илья, прыгай на слона. Как лемминги прём, бьём также правый забор. Пушки мы дефим, они рядом с... Дефаем пушки, убить всех врагов отсюда нахер. Выйдем. Моя пачка на как пушках. Как убили, сразу идем баррикаду ломать. Слон Дадая призван. Все, пошли на баррикаду все. Моя пачка только у хвачи осталась. Дозер... А, дислик сел, все. Дефим, принимаем. Защитить дислика. Прошли, ломаем баррикаду. Ту, которую ломал слон. Моя пачка на метку. Помогаем слону. Сколько у этой баррикады уже? Процентов там пишется, что реликвии осталось 60%. Приняли пса. Чей реликвии? Защитная башня Дарксайдер сразу. Наши. Это... Наш тут, нас тут давит. Вас бить давят? Сину. Помочь? Или что? Или пока справляемся. Хорошо. А дальше пушки? Дефим пушки, убиваем тут врагов. Да дефим, это псина долбаная. Задефать их хватит. У реликвии Дадая 60%. Пока не можем. У реликвии Дадая 60%? Да. Бьем, пушки работаем. Пушки работаем. Дефим пушки. Если как у тебя? Жизнь за пушку нахрен. Попадаю. У третьего состава нет возможности пока пушки призвать. Дал слона еще одного. Кондрат, садись, иди. Сейчас я залетаю на войну. Добро, слон тебя ждет. Дефим, пушки не даем пройти. Убили пса, не дали ему пройти к пушкам. Убили его нахер, развоплотили. Где слон? Я пришел. Забрал кто? Нет, не на базе увели. Был у нас, я вызвал. Уже увели слон. Все хорошо. Туда же ведите его, разбивайте баррикады. Моя пачка к пушкам, дефим пушки, моя пачка. Пушка сильно атакует. Да видим. Дефим пушки, все дефим пушки. Да не все. Только слон у нас ломает баррикады. Не все. Да все. Да не надо все, у нас пушек до ядреной жопы, а слон один остался. Да это понятно, но все равно как бы. Идите туда все! Моя только пачка дефит пушки. Хорошо, ушли все на баррикаду, помогаем слону ломать. А дефаем пушки или хвачу? Моя пачка дефает сейчас пушки. Баф скоро. Уберите слона, пожалуйста. Пройдите, как бы. Третий состав, давайте убили слона. Слона третий состав. Защищаем. Пушку одну вызовите, пушку. Слон умер. Слон вызвал. У третьего. Бегаю слона. Два второй человека, хвачи на баф. Все бежим. Мать баррикаду, которая осталась чуть-чуть. Там баф, кстати, должен быть. Я все баф пью вообще-то, как бы, ребят. На пушке много противников. Пушку поставил, берите второй состав, пушку. Еще одну надо. Вторая кто бежит с респа? Стоп, Дарк, стоп. Кто бежит с респа, помогает на этом, около хвачи. Их до хера тут. Они могут на базу просто дернуться. Баф стоит, между прочим. Они на базе у нас. Резаемся, дефим тогда базу.
сейчас пушки разгнут. Все, вы забрали баф. У второго состава баф. Давите их, давите пока, если можете. Дефим базу. Закатываем пушки в базу. Да не надо, не надо, не надо. Убить просто всех, кто здесь около базы, и тут их 3 человека осталось. И все, и дальше по той же тактике, давайте. Пушки на то же место. Хотя, блин, в идеале пушки утащить туда, где мы были в первый раз против Ноусору. Там они не будут их искать. Попробуйте утащите туда. Отогнали врага от пушек. Еще пушку дайте. Дал пушку. Слон второго состава где? Может быть, третий состав пустит своего слона на отвлечение? Пускайте, пускайте. Давайте. Юля, давай на базу врага. Свой слона. Да дайте слона вызвали. Дислик, хвачу. Че там по баррикаде, слон? Красава. По баррикаде что? Слон умер там. Сломал. Сломал, все хорошо. На реликвию все идем. Оставили пушки, идем на реликвию. В смысле оставили пушки, ты че? А, ты про остановился, все понял. У нас 36% реликвии. Защищаемся. Все бежим ломать реликвию до дайцев, похер. Через проход вот этот, который слон сломал. Заходим за реликвию и сдаем в нее все, что можно. Моя пачка также дефит пушки. Если ты по возможности стан прыгай на проход и под реликвию баф. Ой, баф этот. Лемингуем в реликвию все. Слон умер, последний слон остался у нас. А, это ваш был. Не наш умер. Че, вызываю слона последний? Вызывай, я стою на базе. Зови. Бери. Все. Третий состав на слона, пожалуйста. Переагритесь. Бежим в реликвию. У нас две пушки. Рингуем. Все, не воюем, идем. Да блин, Дарк, подожди. У нас две пушки только сейчас вызваны. Три. Да, кажется. Три пушки. Все хорошо. Лемингуем в реликвию, ломаем ее. Осталось чуть-чуть. Это да-да я. И вы их почти трахнули. Охуенно. Давайте, давайте, ребят. Мы рядом с базой, у нас две пушки. Давай, давай, давай. Надо выебать Ашак, этих пидоров, чтобы они заснули. Ашак, если что, у нас на базе две пушки. Но одна не на базе. Я понял, зову да. Еще одну. Нет, все. Да. Все, флуда, все, хватит флуда. Ломаем, да-да-я. Сколько у да-да-я процентов? Мало там вообще херня. У нас 20 осталось. У нас 20. Нас снимают. 45% у ДДЯ, 45%. Ну дефтись, дефтись пока. Слон умер, попробуем. Вызвал слона. Давай, моя пачка базу. Быстро к хваче. Быстро, 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 быстро собрались. Пошли, пошли в спину ДДЯцам. Давай слон, орлики на базу врага. Сломал баррикаду правую. Хорошо, заходим слоном в реликвию уже. Ты тоже, Юль, бежи тогда, беги. Защитная башня моя мешает. Пачка, отошли, отошли, это эти наши. Слон не проходит, защитная башня мешает. Пошли с этой, с, наверх. Беда убить. БДЖ этот драный. Да-да, я в защиту пошли. Да-да, я ушли от нас от третьего состава. Да, ушли в защиту. Мы видим. Ребят, вызываю две пушки. Давайте да, пушками закидывайте состав. Их говном. Закатите на базу и попробуйте стрелять, тут недалеко. Хвача пустая. Может кто-то на хвачу сядет? Если да, слон умер. Да. Слон умер. Если давай на хвачу. Третья пушка нужна? Реликвия осталась там 5%. Стену им пробили, баррикаду пробили. Баррикаду пробили, если что. Почему наши пушки молчат, блядь? Второй состав. Пушки, блядь. Прием. Электро. Вас бьют и вы молчите. Чё, 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 чё. Давай, вызывай пушки на 3 штуки. Вот дал еще пушку. Две пушки вызваны. Две пушки поставил, Эмпайр. Сели так же. Хвачу, сядьте кто-нибудь, хвачу. Дисы, хвачи, все норм. Состав. Третий состав, сел за пушки. Секунду. Начали стрелять. Третий состав, да. Отойдите от хвачи. Ломаем пушки, да-да, я. Второй состав пушки, уйдите вправо от нашей базы, пройдите немножко и спокойно стреляйте, никто не мешает. Стоп, лут. Пушки, пушки Эмпайра, пушки Эмпайра, даю сейчас, сейчас встану, дам метку. Пушки, да, я ломаем. Вызову слона.
У дадаевцев там капля осталась. Вызову слона, садись еще добивать. У дадая реликвия вообще мало. Там 10 для ярца. Добиваем реликвию. По одному пушки, удару хватит. Пушки Dark Empire. Пушки Dark Empire встают вот сюда. Смотрим все внимательно. Вот сюда, да, вот да, сюда. Да, да, да. У кошака пушки. Да, все, отлично. Молодцы, все молодцы. Все красавцы, блядь. Да-да, я все знали. Нахуй этих пидоров, блядь. Че в меня стреляете? Вы че, припухли, что ли? От радости. Все молодцы. Все красавчики. Запишите вот эти эмоции. Эмоции запишите эти. Прям голос Дискорда, эмоции эти запишите. Записывайте. Ребят, давайте отойдем, пускай они нашу реликвию... Не, погоди, погоди, надо сделать. Вы понимаете, вид, что мы только что трахнули топ-1 состав? Надо сделать вид, что мы бились между собой. Мы вас, короче, это просто за спецназ. Давайте после осады все в чат напишем изи. Давайте мы не будем позориться и не будем ничего в чате писать. Мы будем писать. Рома, не надо. Скиньте скрин первому составу. Скиньте первому составу. Все пишут ГГВП. Прям как Джимы, все пишут ГГВП. Давайте устроим небольшую бойню прямо вот здесь в коридоре, на подходе к нашей базе. Типа сделать вид, что мы, короче, не просто так вам слили. Да-да-да, мы дрались там, все дела. Там просто сейчас в последнее время на этих стримах всяких говно... Пусть так, как говно стримеров. Он может не говно, а вот просто ведет себя так-то, что... Да, пушки отведите, третий состав отведите пушки в сторону, и никто не бьет пушки. У нас храните, пожалуйста, пушки. А это... Никто не бьет пушки, а то я заебусь натурой рассчитываться. Да. Скиньте скрин, пожалуйста, первому составу, потом, что мы туда я вытянули. Пусть Костя обосрется, блядь. Вот кто основные составы в ордене. Согласен, да. Потому что мы... Потому что мы это чистый. Потому что мы это чистый Dark Order. Мы это чистый. Дим, я сделала скрины, если что. Ребят. У нас течет еще корейская кровь. Ребят, ну я же говорил, что мы сможем. Я же вам сказал, что мы сможем. Не, ну это ор, да нет, это очень как красиво. Пёс вас недооценил, мне кажется, просто. Он просто это дар. Он не шарит. Я тебе про это говорил, что может, он будет то же самое, как на прошлой нашей осаде будет. А может быть за фаном, он потом в пятницу пойдет. Да, может за фаном он приходит. Ой, я какую-то помидорку убил. Я хочу сказать всем спасибо кошаку за эту охуенно проведенную... Вот там лютиен должен вылезать кому-то яйца. Да, кстати. А, кстати, да. Кошак, потом наедине, ладно? А чё министр Пёс молчит? Где в чате всякое нытьё? Да у них, походу, там пиздец там бомбило. Там Болик написал, сейчас, что стыдно вам должно быть, и там один квестен уже начал его хуями крить, что типа стыдно, Болик там что-то там. Короче, так. О, чувствуется в чате, что веселуха стыдно будет. Дима, вопрос. Садишься завтра на второй узел, идем бить ебало ордену. Не, давайте реально, давайте по приколу против ордена ебанем. Драфти, давай, короче, на замок реально встанем. Почему нет? А почему нет? Давай. Ребят. Давайте встанем на замок чисто в целях посмотреть. Никит, можно я скажу? Так, а мы орден натянем, потому что орден... Ну да, мы натянем, я тебе говорю. Мы в 20 лет натянем. Давайте. Я без давайте того, второго мой. То мы это сейчас сильной, блин, стороной станем такой одной. Давайте реально поставим на ордена отдадим. Яйца косака. На кухню отдадим третьему составу орден. Нет, это было шикарно. Это было отлично. Да, вам большое. Ну я предлагаю, давайте ордену отдадим. А мы с Дарком красиво, да, работаем вместе. Кошак. Пизди, блядь. Не, ну так и есть, блядь. А что, нет, что ли, скажи? Молодец. Вообще красавчик. Кошак. Все четко. Так, ладно, пора бутылку шампанского открою. Кошак. Держаться в этом. Убить электро, убить! Убить электро. Кошак. Что? Кошак. Блять, да тут хуйка перекричишь, блять, заебали. Я говорю, давайте реально третьему составу этот узел ордена отдадим.
Узел. Замок. Ой, блядь. Не, все, замок тогда на замок поставимся. Ну да, на замок давай. Так они завтра встанут просто на второй. На второй, да. Ресурсов нету вливаться. Давайте типа, ну там через недельку встанем на замок. Да не, через недельку же не то. Надо если. Если мы сейчас стало. Посмотреть, что это в целях учебных. Ну давай, давай. Нормально, там нормально. Будет реально стёб, если мы наебнём Орден. Не, ну один. Да мы наебнём Орден, мы да наебнём. Ну, да, если попадём оба состава на них. Да, если оба попадём, то наебнём. А БМ у нас как раз только на Орден, мне кажется. Мы на джимов-то хуй затянем. Странно, что говорим, я истропец чё-то молчит. Да дайте их тянут. Ну да дайте-то это понятно, да дайте. Ну и мы потянем. Тут, понимаешь, два против одного состава, это уже жопа. А, ребят, чисто мы долго количество. Лечиться будем, а? Это 50 на 100, блин. Вы там долго будете фаниться? Давайте прекратим фан. Ребят, давайте прекратим фан, уже закончим и пойдем по раздельности. Отдельные, ребят. Третий состав к пушкам, пусть отходит, пусть уже заканчивает. Стоп, 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 пожалуйста, дайте слово. Отдельное большое спасибо за влитые ресурсы и апнутые десятые именно. Да, релик. Спасибо, ребят. Я старался. А нам восьмого хватило. А нам восьмого хватило. Не благодари, я все въебал на кухне. Не благодари. Нет, нет, все равно главное, что мы это сделали. Молодцы. Да, ребят, авто отключаем, третий состав и отходим к базе. Ну, это сюда вообще в кишку, в самый угол. Идите, слону, короче, отсюда. Я метку дал. Пометки все давайте. А на скрине не будет видно, что мы Дадая выебли? А то в скрины хочется покидать. Нет, а там будет целое видео, так что... Видос, да, в видосе будет, ребят. Что, с эмоциями, с голосом там сделаем? Я надеюсь, Электро выложит это, да? Отойдите, пожалуйста, от базы. Да ладно, мы завалим вас и так. О, убить слона! Не надо, не трогай животину. Кошак не расплатится. Я так я чего и добиваюсь. Там восьмой рельс. Тишину поймали, снимает. Дайте сказать нормально. Третий состав, Дарксайд, отошли от своей базы в сторону слона. Даю все метку, уже, все пометки. Все уже. Как будто бы мы им себе просто красавцы. Все молодцы. Мое предложение ставить на замок. Мое предложение ставить на замок. Прямо вот. А я вам давно говорил, вы мне говорил, куда ты пи***.